Так, друзья, привет! Я сейчас нахожусь около Исаакиевского собора, и наконец-то я сюда приперся не просто так, а с микроскопом. И хочу уже скорее попробовать приблизить максимально эту замечательную дивную полировку, в геометрии которой мне не удается найти ни одной погрешности на глаз. Удастся ли увидеть следы инструментов каких-то на ней? Вот некоторые колонны здесь почему-то не отполированы, но тем не менее геометрия все равно остается безупречной. Ну что ж, давайте наконец увидим это. Как мы это делаем? В конце концов, электронный микроскоп мы направляем прямо на полированную поверхность. Направляется. Если верить официальной истории, то колонны Исаакиевского собора обрабатывались на карьерах бородатыми карликами в шапках. Одна из главных проблем, которая должна была перед ними возникнуть, это структура гранита. Он неоднородный и помимо сравнительно мягкого полевого шпата еще включает в себя кварцит, который является одним из самых твердых материалов на Земле. И в случае, когда по нему бьют инструментом из металла, любого металла, доступного в 18 и первой половине 19 века, то в результате будет много искр, и инструмент будет с невероятной скоростью таять, оставляя минимальные повреждения на кварците. Кварцит принципиально невозможно обрабатывать ударной техникой, имея цель получить какую-то гладкую поверхность. По структуре он подобен стеклу, и он ломается в совершенно непредсказуемом направлении. То есть сделать из него гладкую плоскость или, например, угол в 90 градусов абсолютно невозможно, как по нему не стучи. Единственный способ – это шлифовка. Но кварц шлифуется только более твердым материалом, как то корунд, топаз или алмаз. То есть, поскольку в 19 веке искусственного производства алмазов не было, нам надо представить, что весь Петербург был отшлифован с использованием натурального алмаза, что достаточно сложно сделать. Повторяю, разница между гранитом и мрамором колоссальная с точки зрения обработки. Далее нужно помнить, что несмотря на рисунки Августа Августовича Монферана, колонна все-таки не цилиндрической формы. Это сложная бочкообразная форма, где постоянно при работе вручную нужно контролировать плоскость обрабатываемой поверхности. Каким образом это делалось, остается только гадать. Не имею никаких фантазий, какой инструмент в 19, в 20 или в 21 веке оставляет такие следы. Будем очень признательны за подсказку наших зрителей. Сразу же удалось обнаружить интереснейшую вещь. Вся поверхность этого полированного гранита покрыта линиями. Они разной толщины все, но их объединяет одна вещь. Они все абсолютно прямые, идеально ровные. Эти штрихи проходят через разные породы камня, ну, то есть идут через кварцит, через полевой шпат, им совершенно все равно. Это совершенно определенно след от инструмента, ну, абсолютно непонятно, какой инструмент мог начертить такой идеально прямыми линиями вдоль, поперек, наискосок и вообще хоть как, разной толщины. 1800
там, 30-е годы. Пожалуйста, ваша версия. Естественно, друзья, очень глупо будет рассматривать все по отдельности и не добавить к безупречным колоннам Исаакиевского собора тот факт, что не использовался раствор, уж по крайней мере для облицовки этих колоссальных стен. И камни уложены с такой точностью, что сделать это точнее, ну, просто нереально. Все, что угодно, но только не это. Только не это. И чтобы это было так сильно похоже на просеки. Это просто невероятно. Это какой-то плато Наска. Поверхность этих колонн ничем не отличается от них. Это идеально гладкая поверхность с прочерченными тончайшими, вообще мельчайшими микроцарапинками, которые все прямые, друзья. Ни одной даже слегка изогнутой формы я там не увидел.